Пациенты поликлиники Республиканского диагностического центра теперь могут получить всю информацию о своих правах в системе ОМС быстро, просто и понятно. Интерактивный помощник установили прямо напротив регистратуры. Теперь он часть бережливых технологий, которые позволяют сэкономить время и пациентов, и медицинских сотрудников. Особенно если информация дается в медицинских организациях, именно в местах ожидания, это очень важно. Мы этим как раз разъяснением в том числе гасим определенный негатив у наших граждан, которые, может быть, не понимают сроки ожидания, может быть, они хотят вот прямо сейчас здесь получить ту услугу, которую система не готова им дать прямо здесь и сейчас. О порядке оказания медицинской помощи, о сроках ожидания медицинской помощи. Все можно получить именно здесь. Куда обратиться в случае возникновения каких-то спорных вопросов, какую вышестоящую организацию, которая разрешит эти споры, все можно получить интерактивно, уже не беспокоя и не отвлекая медицинских работников от работы. Естественно, это нам очень большое подспорье. Это настоящая электронная энциклопедия с полезными советами, инструкциями для людей, к примеру, страдающих онкологическими или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Здесь можно протестировать индекс своего здоровья, получить рекомендации по прохождению диспансеризации. Всю информацию можно унести с собой, отправив ее на свою электронную почту. Здесь же можно скачать приложение, так называемый виртуальный помощник, и тогда свой страховой представитель у вас будет, что называется, всегда в кармане, да, и вы в любой момент сможете обратиться к нему и получить любую консультацию на интересующий вопрос, связанный с оказанием медицинской помощи. Это еще и возможность поставить оценку работе лечебной организации и даже пройти онлайн-школу пациента, где подробно расскажут о том, как можно лечиться бесплатно. Пациенты очень часто не знают, что они где-то застрахованы, и кто-то им может помочь. Эта система позволит и напомнить, что они застрахованы в конкретной страховой компании, что есть страховые представители, которые всегда придут на помощь, ответят на их вопросы. В условиях пандемии возможность получить быструю обратную связь для пациентов стала наиболее актуальной. Пока такие электронные помощники установлены в 7 регионах страны, в планах расширить их географию. Альбина Валикжанина, Юрий Зелененький. Новости.